все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Суббота в Самарской области пасмурно, осадки в виде снега, 18-21 мороза днем, ночью 14-16 ниже 0. Ветер юго-западный, западный 4-6 метров в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде снега, минус 17 градусов днем, ночью 14 ниже 0. Западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, снег, днем минус 19, ночью минус 15 градусов, ветер юго-западный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, к вечеру снег, минус 21 градуса в дневное время, ночью минус 16, ветер юго-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.